Пражские тролли против Steel Blacks. Это герой сам бог войны. В будущем она должна представить себя в номинации 5 на 5 среди девушек. Возможно, это будет даже уже завтра. Так вот, то, что я знаю про пражских троллей, то, что в их составе сражался мой земляк Дмитрий Никитин. Вот, и все. Все, что я могу сказать про пражских троллей. И они из Чехии, собственно. Вот все. Друзья, ну, невозможно знать все досконально про все команды, особенно иностранные. Мы, конечно, стараемся к этому идти. Набираемся опыта, читаем, слушаем, общаемся. Вот. Хорошая команда. На битве наций довольно себя неплохо проявили. На битве наций, да, мы также познакомились с так называемым черным властелином. Боец, который был одет полностью в черные доспехи. Хатангу Дегель, шлем такой черный. И было у него такое прозвище с легкой руки, данное Климом Александровичем Жуковым. И, собственно, на данный момент пражские тролли со счетом 5-0, где НРБ. НРБ на втором ристалище, друзья. Соответственно, вам к Васе, комнатному рыцарю. И я могу сказать, что команда НРБ, я находился там внизу в этот момент, одержала победу. Ну, вот, друзья, мне говорят, что я все-таки ошибся. Хотя по расписанию, по которому мы идем, по логике вещей, группа А, группа Б, группа С и группа Д –